Похожий набор мы рассматривали в обзоре от фирмы S-Shark. Вот, и даже сейчас вам продемонстрируем сходство данных сигнализаторов. Правда, у нас моделька S-Shark Wasakura вот такого старого образца, надо сказать. Хотя они есть и нового образца с системой Anti-War. Вот они как выглядели раньше. Wasakura, вот он, S-Shark. А вот как выглядит Bushido. Пожалуйста, Bushido. Все одинаково абсолютно. Система Anti-War работает одинаково. Настройки, регулировки все одинаково регулируются. На старых моделях, только если вспомнить, включение-выключение у нас идет кнопка сзади. На новых моделях и у S-Shark, и у Bushido включение, продолжительное нажатие на клавишу Anti-War, происходит включение. Два коротких нажатия, происходит включение Anti-War функции. Так, давайте посмотрим теперь набор, собственно, самих сигнализаторов и что же мы особенно увидим, какие отличия. Кстати, очень важно отметить, что компания Bushido кладет вот такую вот замечательную инструкцию на русском языке, по данным сигнализаторам. То есть, как их настраивать, как их включать, выключать, как регулировать. Все подробно описано вот в данной инструкции, что очень удобно. Вот такая вот книжечка. Книжечка напечатана на формате А4. Бумага плотная. Воды боится. Так что рекомендуем заламинировать, если что. Так, ну это так, к слову. Инструкция, самое главное, что инструкция, она прилагается к сигнализаторам на русском языке. Вот так у нас выглядит набор сигнализаторов системы Anti-War. Вот такой вот кейс мягкий. Мягкий, на молнии. Так, молнию мы открываем и смотрим, как же выглядят сигналки. Вот они у нас, сигнализаторы. Набор на 4 сигнализатора с пейджером. А вот здесь что у нас такое? Здесь инструкция только на английском языке. Пожалуйста, вот инструкция на английском языке. Подобную инструкцию мы находили и в наборах сигнализаторов из S-Shark. Что предполагает сделать выводы, что все они делаются... Все они делаются в одном месте. Просто логотипы компании указываются разные. Вот. А по сути это одно и то же. Потому что чисто отличий абсолютно никаких. То есть материал все абсолютно одинаково. Просматривая многочисленные товары, допустим, вспомним фирму Monster Carp, там мы видели аналогичные сигнализаторы. Так что я уверен, что и контора тоже делается на одном и том же заводе. Так, давайте мы сейчас откроем батарейки и продемонстрируем, как работают у нас данные сигнализаторы. Так, открываем. Батарейки у нас идут 4 кроны на сами сигнализаторы и вот такие. Итак, мы уже установили батарейки на все 4 сигнализатора и на пейджер. А теперь попробуем, как они работают. Смотрим пейджер. Функции. Красный сигнализатор. Где у нас красный? Каждый сигнализатор имеет свой цвет. Вот он красненький у нас. Так, здесь у нас на пейджере настройка громкости. Больше. Видим, загорается больше. Так, меньше. Очень удобная функция регулировки с пейджера настроек на самом сигнализаторе. Так, теперь у нас громкость регулируется на синем. Меньше. Больше. Функции. Тональность.
Чувствительность. Есть, так. Теперь зеленый. Где у нас зеленый? Вот он у нас зеленый. Настраиваем громкость. Полная. Тональность. И чувствительность. Все регулируется. Так, желтенький. Все работает. Удобно. Еще раз повторюсь, что каждый сигнализатор имеет свой цвет. Так, значится. Функция антивор. Так. Попробуем, как у нас включить функцию антивор. Два нажатия. Рады были представить очередной обзор. Вот такие вот у нас сигнализаторы от компании Bushido. Всем пока, подписывайтесь на наш канал.